И всем привет! Сегодня с вами Даша. Сегодня мы будем играть в детскую игру «Спа с папочкой». Давайте сходить. Даже ногти, наверное, будем красить. Папочки. Так, не сегодня день рождения. Можешь со мной в спа сходить? Ага, точно, в спа. О, нет. Ой, ну ладно, схожу. Ну, я привела пример, как папа будет себя вести. Ну, конечно же, папа не откажется своей доченьке сходить в спа. И, конечно, это ему противно. Там маникюр и всякое такое. Пап, давай маникюр накрасим. Точно маникюр. Нет, педикюр. А можно с меня когда начать, чтобы я подсушил быстрее? Потом like мне очень противно. И я хочу отстать. И можно мне потом в ванну сходить, чтобы это отмыть? Нет, оно не смоется, это гель-лак. О, нет. Теперь будем красить ногти. Каким цветом? Красный. Красным цветом. Ну, дает. Кошки. А какие штампики? Кошки. О, нет. У меня будут кошки на ногах. Какие наклейки? Цветочки. Спасибо за поддержку. Ну, у меня такие красивые ноги. Конечно же, будут красивые. Но у меня красивей. Я же девчоночка. А сколько рыбок? У нее 4, а там, по-моему, было 3. Теперь будем красить лак красным цветом. Ой, как классно! Она говорит, ой, как классно! Просто чудесно! И теперь божьи коровки. Мне бы лучше божьи коровки поставили, чем киски. Нет, лучше киски. Боже, коровки, это совсем девчачьи. А можете мне поставить штампик Человек-паук? Нет, папочка, нет такого. Хотя бы звездочку. Нет, я тебя выбрала специально. Ну ладно. У тебя все так останется. Это же тату. Тебе нормально, пап? Да, очень-очень нормально. Ну ладно, когда пошли дальше? Дальше. Это я уже придумываю истории. Ну, мне кажется, интересно будет. А теперь маникюр. Точно маникюр. Да, маникюр, а не педикюр. Педикюр у тебя нужен на ногах. Начинаю с меня. Хорошо, только... О, надо успокоиться. И начинаем пилить ногти. Пилить именно, пилить. Инструментами. Пилим. И это пилим. И то пилим. И это пилим. Теперь это ногти. Только у него шерстяные такие руки, как у чудовища. Как красавица и чудовище. Не, не такие. Нет, слава богу, не такие. Сейчас будем делать депиляцию на руки. Депиляцию? А что такое депиляция? Депиляция это типа, ну, я просто говорю, кто не знает, депиляция это когда вот просто там какая-то штука, вот как, например, наклейка. Ну, вот такая примерно.
Сейчас. Вот там намазывают, наверное, такую штуку на депиляцию, чтобы сделать. Там потом вот какой-нибудь рисунок и отдирают, чтобы не было больше, там, например, шерсти. А есть депиляция для ног. Но это для рук. И начинаем. Ну, чтобы... И на наклейке вся шерсть остается. А теперь надо... Если у вас педикюр красный, то и надо красные ногтики. Да, красные ногтики. И теперь такую наклеечку. Принцессу папе надо, принцессу. Я же принцесса. А теперь штампик. А можно лапки? Это хотя бы не совсем девчачье. Кстати, она девчачья. О, нет. А как эти штампики удалить? Уже никак. О, нет. Да пошути, мне нравится. Только штампик нравится. А теперь самой... Fun time. Девочки. Вот такой лак она сделала. Я уже смылась, теперь надо... все стереть, чтобы на ногтики носить лак, новый лак. Сейчас все смываем так долго. Один палец, второй, шестой. Это уже девятый и десятый. Теперь рыбки достанем. Пусть они там плавают, наслаждаются там водой. Ой, лак. Вот такой лак сделать, но тоже красный. Но красный это девчачий цвет. Цвет. Все, поняла. И сейчас будем делать такой. Тут будет татушки. Татушки на руке, я принцесска. Принцесска. Вот такие татушки у нее на руке. А теперь штампики. А штампики будут котики. Котик. Еще один котик. Везде поставили котиков. Amazing. И теперь готов. Маникюр. Мне так нравится маникюр. Да, очень нравится, мне тоже. А, ура, теперь будем что-то другое делать. Наверное, прически. О, а у меня же нет волос. А тебе вырастим. Много волос, как у меня. Теперь, наверное, прически. Да, прически, это очень-очень круто. Да, мы теперь вырастим волосы. Волосы? Давайте я посмотрю, как эти волосы делаются. Теперь надо намылить. Сначала голову надо намылить. А, не люблю. Смывать я люблю. Но все равно противно. О, как классно, как тепло. Но все равно спаду. Какую прическу сделаем? Может быть, косичку? Косичку? Да, папе, пожалуйста, сделайте косичку. Все, надо выдернуть. Лучше ему. Как девочки вот так вот дергают за волосы. Вот так понял. Теперь, как сказать, вот такой вот цветочек. И косичку. Я хочу лебедя. Лебедь, вот такой толстый. Как лебеди. Будем плавать.
А тебе мы не успеем, у тебя и так чудесные волосы. Ну, ребятки, всем пока-пока. Сегодня с вами была Даша. Сегодня мы играли в детскую игру «Спас папочкой». Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.